Hello and welcome everybody to this Russia in the World session. I think it's going to be one of the most exciting sessions taking place here in Davos. We've got a fantastic panel who I'm going to introduce you to in just a few moments. Здравствуйте, прямое включение швейцарского Давоса, где в эти дни проходит Всемирный экономический форум. Тема нашей встречи сегодня – Россия в мире. Thank you so much to the World Economic Forum for hosting this. What a year it's been. И так как много может поменяться всего за один год, и если начало 2016 года не давало нам много поводов для оптимизма, то сегодня в геополитике Россия заняла гораздо более уверенную позицию. Усилится ли она в 2017 году выздоровлением экономики? Давайте поговорим о возможностях. Но для того, чтобы в России происходили реальные изменения, необходимо проводить структурные реформы, и экономисты соглашаются с этим. Ну и, конечно же, много вопросов связано с Дональдом Трампом. И, конечно же, выборы в Европе. Ряд ключевых выборов, которые в этом году пройдут в европейских странах, могут и дальше подтолкнуть Европу к тому, чтобы попробовать растопить отношения с Россией. Итак, рядом со мной господин Игорь Шувалов, первый вице-премьер России. Он занимает эту должность с 2008 года, когда Владимир Путин сел в кресло премьер-министра. В правительстве, сформированном в 2012 году после переизбрания Путина, он сохранил пост и отвечает за целый ряд вопросов, связанных с экономической деятельностью России. General terms of economic affairs. We're also delighted to have Mr. Miroslav. И мы рады, что с нами сегодня Мирослав Лайчак, министр иностранных дел Словакии. Important European voice on this panel. He's previously held the post of deputy prime minister. Ранее он занимал должность вице-премьера и в роли политика-дипломата занимался вопросами международных отношений по поручению ЕС и ООН. С нами сегодня Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, созданного в 2011 году правительством России для инвестиций совместно с другими госфондами в лидирующие перспективные российские компании в различных отраслях экономики. И Дмитрий Костыгин, председатель Совета директоров одной из крупнейших интернет-компаний России «Юлмарт». «Юлмарт» — лидер российской интернет-торговли, отчасти IKEA, отчасти Amazon. И с нами господин Рэй Далио, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates. Это один из самых крупнейших хеджевых фондов в мире. И он привнесет в наше обсуждение свою экспертизу в экономике. How you see Russia's economy, but also geopolitically, how you see Russia faring in 2017. Итак, я начну наш разговор с того, чтобы узнать о том, как вы видите Россию в геополитике и в экономике в этом году. Чем 16-й. Основные проблемы, которые нас сопровождали, начиная с окончания 2014 года, сильно развивались в течение первой половины 2015 года. Вся эта фаза позади, мы с ней успешно справились. В Москве совсем недавно состоялся форум, на который съехались очень известные экономисты со всего мира. И их оценка была такая, включая господина Липтона, который представлял Международный валютный фонд, что Россия великолепно прошла вот этот очень жесткий период, когда мы встретились и с внешними, и внутренними шоками. Сейчас ситуация неплохая. Мы вышли на экономический рост в конце прошлого года. Надеемся, что в этом году
наш рост составит от 1 до 2%. Мы понимаем, что нужно делать. Вчера у президента было очень важное совещание. Мы приняли ключевое решение, что в такой неустойчивой ситуации мы не можем позволить себе тратить нефтяные деньги. И все денежные средства, которые мы будем выручать от продажи нефти, которая будет стоимостью выше 40, мы будем направлять в резервные фонды. И через бюджетную систему мы этих денег тратить не будем. Что, с другой стороны, позволит нам предоставить большую прозрачность и ценообразование и меньшую волатильность по курсу рубля. То, чего от нас ожидают те, которые открывают новые предприятия и хотят больше продавать свои продукции на экспорт. В целом ситуация выглядит достаточно здоровой. И если говорить откровенно, мы сейчас находимся в ситуации, когда нет ни одного пузыря. Ни на одном рынке. Ни на рынке недвижимости, ни на рынке ценных бумаг, то есть на фондовом рынке. Нигде. Абсолютно стерильная ситуация. Мы готовы к тому, что вот-вот начнется серьезное движение прямых иностранных инвестиций. Мистер Лайчек. So you've obviously been listening to this. Господин Лайчек. What's your take on Russia's economy in 2017? Что вы думаете о российской экономике в 2017 году? Очень сложно предсказать, потому что Россия является частью мировой экономики. Есть множество факторов, как новая американская администрация. Есть вопрос миграции, вопрос терроризма. И все еще перед нами стоит этот вопрос отсутствия диалога, проблема санкций, поэтому нам нужно найти формат для дебатов. То, что с Россией нет возможностей для диалога, это, конечно же, ненормально, и я не думаю, что эта ситуация будет продолжаться. Нужно... После 3 лет санкций мы не можем, конечно, продолжать так дальше. Мы выражаем желание и стремление к сотрудничеству. И никогда российская сторона не говорила, что мы прекращаем какой-либо диалог или мы не хотим участвовать в форматах. У нас были соответствующие форматы. Это была инициатива Европейского Союза и некоторых других государств. Поэтому как только желание к сотрудничеству будет сформулировано со стороны Европейского Союза, мы абсолютно открыты. Мы немедленно приступим к таким обсуждениям на уровне правительства, Министерства иностранных дел, либо администрации президента. Мы готовы абсолютно к любой форме диалога. But you know what the conditions for the dialogue are. I mean, that's clear. Вы кондиции, не мы. Yeah, but yes. Let us deliver on the. Да, нужно найти условия для этого диалога. Plan, and then of course we are back to normal situation. Кирилл Дмитриев, do you feel that you're coming close to a turning point in Russia? А как вы думаете, Кирилл Дмитриев, наступает ли переворотный момент в экономике? One of the misses is that Russia economy is hurt by sanctions. Мы прошли уже этот очень сложный этап. Мы хотим, конечно, снять определенные мифы. Во-первых, то, что Россия была подвержена удару из-за экономического кризиса, но сейчас ситуация не такая. И вот, как вице-премьер уже сказал, у нас сейчас вернулся экономический рост. Наши акции поднялись, акции наших компаний значительно. Одна из компаний инвестировала в Россию очень крупные деньги. Мы столкнемся с крупным ростом, даже если санкции будут сняты, но если... А что вы думаете о том, кем Дональд Трамп избрал своим экономическим советником? Ну, мы смотрим на будущее с оптимизмом. Мы думаем, что они будут относиться к России с уважением. Это очень важно. Очень важно иметь диалог по многим проблемам. Господин Шувалов сказал 2 года назад здесь, что Россия
будет едина перед лицом санкций. И некоторые эксперты, некоторые представители администрации Трампа говорили здесь также, что они понимают, что санкции объединили Россию вокруг президента. Я хочу сейчас поговорить с господином Костыгином. Ну, я начал заниматься бизнесом еще в 1988 году, еще при Михаиле Горбачеве. И тогда, покупая, собственно, джинсы в Москве на Рижском рынке, продавая их в своем небольшом городке в Нижней Новгородской губернии, это, кстати, было тогда уголовное преступление по российскому законодательству, мне есть с чем сравнивать в этом плане. И, наверное, главный показатель того, что говорить можно что угодно, но вот мы с моим бизнес-партнером вкладываем сотни миллионов долларов в Россию последние несколько лет. И, в общем, видим, что можно, конечно, опасаться черных лебедей. Есть такая басня про премудрого пискаря, да, то есть всего бояться и осторожничать. А можно, в общем, искать золотых лебедей. Поэтому вот надеюсь, что следующий год — это год пернатых, да, в некотором смысле, это будут золотые лебеди. И большей частью на территории Российской Федерации. Рэй Далио, what we're hearing here is that there is an economy in transition. And if we take the way you look at economies as machines, what stands out for you about Russia? Что вы можете сказать о России, основываясь на вашей теории? Россия — это страна с огромным потенциалом. Я не идеолог, я буду вести себя как врач, и если я сравниваю страны одна с другой, и у меня есть индекс, есть три ключевых пункта, которые показывают, что сильная экономика у России, во-первых, только потому, что у нее очень много ресурсов. Соответственно, это богатая страна, есть другой фактор. Какова стоимость образования? И есть население очень образованное, квалифицированное, а рабочие руки не так дорого стоят. И в России еще третий аспект — это уровень долга. А в России он один из самых низких. И вот эти факторы показывают на то, что Россия сможет преодолеть определенные препятствия. Но, на мой взгляд, это страна, где рынки капиталов очень развиты, есть сложности с заимствованием, другие вопросы по собственности, которые не разрешены, но потенциал очень высокий. И когда я говорю, что в последние годы было две крупные проблемы — это санкции и низкие цены на нефть. Это были две основные сложности. Да, никаких пузырей не было, как говорил господин Шувалов, но можете ли вы преодолеть вот эти трудности и поддержать ваш экономический рост, и он будет один или два процента, как вы сказали. Но сейчас тоже важно посмотреть и на 10 лет в будущее. Я абсолютно согласен. Господин Шувалов, а как вы ответите? Вы думаете, что про структурные реформы мы не думаем? Конечно, думаем. Мы о них думали и разрабатывали, когда нефть была высокой, когда она в цене резко упала. Сейчас готовится программа правительства, и мы должны будем в мае в предварительном плане эту программу представить публично. Работает также несколько таких общественных публичных центров. Это не правительственные публичные центры, которые готовят, если не альтернативную, но свою повестку. Где же основные препятствия для роста российской экономики и что нам нужно сделать в ближайшие годы? И, конечно же, мы смотрим на перспективу не только ближайшего года, двух, для того, чтобы вот эту тенденцию к росту сделать устойчивой и перейти от роста в 2% к более каким-то для нас приемлемым цифрам, потому что мы считаем 2% для России рост достаточно низкий. Так вот,
Что выходит на первое место сейчас, в настоящий момент? Мы должны быть очень последовательными, не совершать никаких ошибок для того, чтобы этот рост споткнулся. А для этого нам нужна очень ответственная макроэкономическая политика. Мы ее проводим, ошибок здесь мы не совершали, как это видно сейчас, и совершать не собираемся. Это может быть болезненно, но мы эту линию будем проводить очень твердо. С другой стороны, если посмотреть чуть вперед, основная проблема — это, конечно, человеческий капитал, образованность населения, соответствующие навыки для рынка. И как сделать так, чтобы вся система образования и рынок труда адаптировались к условиям мировой конкуренции. Мы понимаем, что здесь мы проигрываем. И это, понятно, реальная для нас реальный вызов, реальная проблема. Мы этим сейчас занимаемся. Здесь очень много предложений. Они не только связаны с финансированием из бюджета системы образования, но в том числе в поиске правильных мотивов для того, чтобы индустрии начинали приобретать лучшие навыки, стремиться обучать свой персонал, давать сигналы, соответствующие рынку, и быть заинтересованным в том, чтобы получать лучшие технологии. Это еще одна проблема. Поэтому, что касается структурных реформ и более отдаленной перспективы, это наша сегодняшняя повестка. Только здесь надо выверить все, чтобы нас ни в коем случае здесь не шатало из стороны в сторону. Мы должны выверить все шаги, объявить их публично и в пределах, наверное, оставшегося времени этого политического цикла и особенно в следующий политический цикл выполнить эту повестку. Дмитрий Костыгин, теперь я хочу спросить вас, вы представитель молодого поколения. Какие самые большие трудности вам с вами придется сталкиваться? Мне кажется, скучновато. С какими трудностями? Посвященной аудитории, но это про российские стандарты бухучета. Знаете, когда-то вот в середине 2000-х какая-то появилась идея, что вот надо переходить хотя бы там ГАП России или там КФРС, но как-то она подзабылась. Поэтому номер один — это переходить, конечно, от РСБУ к международным стандартам. Во-вторых, конечно, это вытаскивать из-под... У нас это под Минфином или под Минэкономики, кстати? Что? Минфин. Под Минфином, да. Вот, конечно, господину Кудрину внутренне не могу простить, что он не, так и не вытащил это из-под длани министерской и не сделал это как-то, так сказать, более нейтральным. Это такая, вроде кажется, мелочь, но если говорить про экономику нематериальных активов и вот в развитии всех индустрий, да, то есть Силиконовая долина, на мой взгляд, больше про бухучет и прочие вещи, чем про, так сказать, постройки и территории. Но у нас здесь действительно есть проблема, я сразу отреагирую, поскольку у нас одновременно применяются две системы. Это российская система учета и МСФО, международная система. Мы сейчас начали с государственных активов, то, что для нас... Это как первая ответственность, и мы в будущем году, нет, извините, в 2017 году будем принимать отчетность, определяя размер дивидендов только по международной финансовой отчетности. Поэтому сигналы мы такие посылаем. Да, сигналы правильные. When it comes to Russia, and you mentioned sanctions, or you have all mentioned. Господин Лайчак, давайте поговорим о доверии к России и санкциях. Как вам кажется, доверие продолжает, уровень доверия продолжает падать? Well, ever since the sanctions were introduced almost 3 years ago, there has been speculations about the cracks in the unity of the European Union. But up until now, начиная с момента введения санкций 3 года назад, не было единства в отношении этих мер. Slovakia continues to say that we are not fans of sanctions. We don't think that sanctions are the best. Нам не нравится вводить санкции. Это не лучший инструмент для того, чтобы добиться наших целей.
Но есть определенное единственное после, вокруг этой идеи. Санкции были введены в связи с вмешательством России на Украину, и условия для снятия санкций всем известны, и мы, конечно, рассчитываем на нормализацию отношений. Все хотят знать, кто в Да, санкции были приняты по определенным причинам. Но как вы думаете, их отменят? The sanctions are directly linked to the implementation of Minsk agreements, and there has been not much of progress on that one. So мы настаиваем на выполнении Минских соглашений, в этом нет прогресса, мы ждем новых переговоров, и если не будет прогресса, то, конечно же, наша позиция сохранится. Господин Дмитрий, вы говорили, что санкции не навредили, а даже помогли России. Да, есть два пункта. Санкции не достигли своих целей, была их цель заключалась в том, чтобы изменить политику России, а санкции, напротив, они объединили Россию и их компании вокруг руководства страны. Я думаю, что санкции стоят 100 миллионов рублей. Это плохо для нашей промышленности и для рабочих мест. Мы думаем, что мы с администрацией Трампа можем начать дискуссии по отмене этих санкций, потому что мы достигнем вместе многого, мы можем бороться с терроризмом. Был инцидент с самолетом в Турции, но мы смогли преодолеть этот кризис и наладить наши отношения. И мы можем достичь многого, если мы будем сражаться с терроризмом вместе с Соединенными Штатами. Вот такой позитивный настрой, который Кирилл демонстрирует, я не могу разделить. Может быть, рынок рассчитывает на то, что будет лучше отношение с Соединенными Штатами, будут отношения и так далее. Мы в своей работе исходим из того, что могут быть по-прежнему достаточно жесткие внешние условия. И мы свою повестку планируем из того, что санкции будут продолжаться. Если они будут отменены, это улучшит ситуацию. Но мы работаем, имея в виду, что санкции будут продолжаться. Вы упомянули по поводу того, что возможен какая-то несогласованная позиция между европейскими странами, и кто-то начнет процедуру отмены санкций. Но и по этому поводу много спекуляций публичных. Российская Федерация, это я могу вам точно сказать, никогда не была заинтересована в том, чтобы между европейскими странами был какой-то разлад. Мы заинтересованы в единой, сильной Европе. И в том числе достаточно так сложно наблюдаем и Брексит, и все остальное. Мы за то, что Европейский Союз был достаточно единодушным, потому что если чуть подальше посмотреть, а не сегодняшним днем, конечно, нам нужен торговый, сильный, с институтами партнер. И, конечно, нам не нужны никакие здесь трещины между странами-участницами ЕС. Рэй Далио, I know you want to cut in. I also have just a quick question. Рэй Далио, к вам быстрый вопрос. How do you evaluate sanctions on Russia? Can you put a cost on? Какая ваша оценка санкций против России? The biggest impact of sanctions was the pulling back of lending. Да. Санкции в значительной степени повлияли на Россию, в частности, она лишилась возможности занимать деньги на мировых рынках. Речь идет о 220 миллиардах долларов, которые она не смогла занять, и это, конечно же, повлияло, оказало негативное влияние на ее экономику. Был негативный такой момент в краткосрочной перспективе, и, возможно, будет какое-то отрицательное влияние и в долгосрочной перспективе. Что касается долга, то многие вещи были скорректированы, но тут наступил другой удар, это цены на нефть, и если удастся преодолеть этот кризис, было бы хорошо, всем было бы лучше, если бы санкций не было.
Но как так получается, что рынок недвижимости не зависит от международных вливаний? Вот мы видим, что и Китай, и Россия, они очень серьезно развивались эти последние месяцы, последние годы. У Китая тоже очень такой локальные рынки. Они зависели от зарубежных капиталов, но в долгосрочной перспективе будет для России выгодно улучшить ситуацию на рынке заимствования. Кирилл Дмитриев, а что вы думаете о том, что сказал Рэй Далио? И кем вы видите партнером России, например, Китай? Я думаю, что Рэй Далио, у него очень хорошая идея относительно кризиса долга. Эти идеи очень позитивны. Мы сформировали партнерство с различными странами, в том числе с Китаем. Мы много инвестировали совместно и с Саудовской Аравией. Мы развиваем наши связи на Ближнем Востоке. Вот многие американские и европейские компании оттуда ушли, а многие азиатские компании пришли и заняли их место. У нас стратегические партнерства с Китаем, и, конечно, это же партнерство для нас очень выгодно. Мы заинтересованы в том, чтобы иметь партнерство с Европейским Союзом. Мы создавали совместные проекты, создавали рабочие места во Франции, потому что создание рабочих мест для Франции и для Трампа очень важны. Я отвечаю за этот диалог. Два слова просто добавлю. У нас небывалым образом развиваются отношения с Китайской Народной Республикой. Стратегический диалог на уровне лидеров и до этого был очень позитивным. Но повестка была особенной. Это был договор в том числе по границам, стратегические договоренности. В экономике это в основном были нефть, газ. Но когда произошли санкции, когда санкции были введены против Российской Федерации, мы начали работать и договорились с китайцами, что мы начинаем работать по всем слоям, по всем фронтам. Сегодня члены правительства между собой знакомы так, что вплоть до семей. Мы видим, что появляются такие связи, которые государству не имеют никакого отношения. Частные компании приезжают в Россию, интересуются, открывают новые бизнесы. Мы помогаем российским частным компаниям экспортировать продукцию в Китайскую Народную Республику, там, где нужны сертификации или какая-то другая государственная поддержка. Но это тоже частные компании. И мы, конечно же, по-прежнему наблюдаем, что китайские банки внимательно смотрят за соблюдением санкционного режима, чтобы здесь никак не попасть в какую-либо ловушку неприятностей. Но что касается развития отношений по всем областям или во всех областях, это, конечно, налицо. Это небывалый прогресс. И мы будем по этой повестке работать. Она для нас интересна, она интересна для китайцев. Did you want to cut in? Вы хотели что-то сказать? Я хотел добавить одну вещь. Право на собственность. В России представляло определенные проблемы, и там была неэффективность, и это, конечно же, для России задача. Они нами широко обсуждаются, признаются, но вместе с тем, я должен сказать, это справедливо будет. По поводу и не совсем эффективного управления государством и защиты прав собственности. Российская Федерация в 2012 году была на 120-м месте в рейтинге Всемирного банка. Сейчас мы на 40-м месте. Если вы посмотрите на конкретные позиции, у нас значительное продвижение вперед. Не идеально. Но я вам так скажу. Вот Сингапур – страна, которая очень критически относится ко всему в мире, что происходит. 3-4 года назад, я когда приезжал туда на межправкомиссии, нам все время задавали вопросы про собственность, про неэффективность государства, про судебную защиту и так далее. В прошлом году, когда мы осенью проводили межправкомиссию, сидели инвесторы вместе с членами правительства в одной панели и говорили, значительное улучшение
по защите прав собственности, значительное улучшение по ведению бизнеса в России. Но это все правда, проблемы есть. Просто картина меняется. Поэтому, да, это вызовы, но мы будем с ними... Я согласен с этим. Я думаю, что нужно смотреть на изменения и на потенциал России. Еще одна проблема. Я хочу поговорить с господином Костыгиным о коррупции. Как она влияет на вашу работу в России? Относительно большого масштаба, поэтому, честно говоря, даже уже и давным-давно не сталкиваюсь с какими-то вопросами. То есть, не знаю, то есть сейчас профессиональные стали и консультанты, и юристы. Ну, для нас родной город Санкт-Петербург, и сама администрация города очень прозрачная и понятная. Я даже не очень понимаю, как бы вот... То есть, ну, у нас бизнес в основном ритейл и производство, и они в основном для частного потребления, да, производят, то есть B2C, business to consumer. И в этом плане мы независимы от каких-то лицензий, разрешений, там, дотаций и прочих вещей. Но там, где можно вроде как получить какие-то льготы, мы стараемся получать. Хочу начать наш разговор о Дональде Трампе и как его избрание повлияет на весь мир и на Россию. Я бы хотела услышать позицию наших гостей из России, также Рэй Далио, о том, что вы думаете, как будут развиваться события в 2017 году. Да, у нас вскоре будет делегация весной из Америки, там будут инвестиционные фонды, крупные компании, этот диалог важен для нас. Потому что одна из больших проблем – это уровень налогов в торговле, и у нас нет достойного торгового диалога. Поэтому мы хотели бы рассмотреть эти вопросы и увидеть, что мы можем там сделать вместе. Один из таких примеров, вот одна компания инвестировала в производство There are good examples of U.S. companies doing very well in Russia, and we believe that should be encouraged. Колес, и потом мы экспортируем эти товары в Европейский Союз. Это пример такого хорошего партнерства. Господин вице-премьер, а что думаете вы, как будут развиваться отношения? Еще раз, мы в правительстве относимся очень осторожно ко всем заявлениям о том, что возможен быстрый какой-то сценарий развития отношений. Мы все же должны выполнять свою работу, думая, что сложности будут оставаться. И тогда будет легче, если ситуация будет меняться к лучшему. Мы имеем повестку по экспорту, мы неплохо развиваемся с азиатским сообществом, с азиатскими рынками. У нас есть своя повестка по открытости экономики, по созданию зон свободной торговли. Мы это будем делать. Поэтому отсутствие торговли с Соединенными Штатами здесь нам никак не препятствует. И есть большой интерес к тому, чтобы сотрудничать с Россией, в том числе и по зонам свободной торговли, и по тому, чтобы приобретать наши товары и продавать нам свои. И если мое мнение, я думаю, что, конечно же, для американцев куда важнее повестка глобальной безопасности. И если здесь будет диалог построен, то тогда уже экономические отношения будут развиваться серьезно. I was just thinking the St. Petersburg Economic Forum is in about six months. Could we expect Donald Trump to be dropping in there? Как вы думаете, Дональд Трамп приедет на экономический форум в Санкт-Петербурге? С 1 по 3 июня пройдет Петербургский форум. Это главное событие, наверное, в течение календарного года, когда повестку о России лучше всего обсуждать именно там. Лучшие эксперты, политики, и это президентское мероприятие. Инвесторы имеют возможность с президентом напрямую общаться, задавать вопросы, множество сессий, ну и члены правительства, сотрудники администрации, все в
в режиме онлайн работают банкиры и так далее. То есть все, что нужно знать о России, приезжайте, вы все там узнаете значительно лучше, чем в Давосе. В Давосе, конечно же, Россия воспринимается через глобальный контекст. Но приедет ли Трамп в Петербург, я не знаю, я сомневаюсь. Но если он приедет, мы, конечно, с удовольствием его примем, будем обсуждать экономическую повестку, но тем не менее, возвращаясь к тому, что вы спрашивали, наверное, глобальная повестка сначала, затем экономическая. Ray Dalio, something we've been hearing here at Davos is this pullback from globalization. Ray Dalio, в Давосе много говорят о глобализации wanting to push ahead with a more protectionist и о том, что Дональд Трамп хочет и дальше проводить политику протекционизма. Что вы думаете об этом? Я думаю, что это что большая проблема, то, что мы создаем препятствия на пути торговых обменов. И я думаю, что если бы можно было решить эту проблему вот этих препятствий, было бы всем лучше. И в этом плане Россия хороший пример для инвесторов. Я думаю, что Дональд Трамп... То, что он собирается сделать, оно изменило ожидания, наши ожидания в отношении экономического роста. Повлияет ли политика как-то на это? В дальнейшем я пока не знаю, но я думаю, что политики все-таки решат разрешить эту проблему. Господин Лайчак, вы не могли бы рассказать подробнее о вашей политике по отношению к России? Currently, the official position of the European Union, reflecting the. Да, это позиция Европейского Союза. Во-первых, то, что Россия — это мировой игрок, и в Совете Безопасности ООН есть большие серьезные проблемы, которые мы не можем разрешить без участия России. Но в то же время... Когда возникают проблемы, которые вызывают и приводят к этим санкциям, мы хотели бы найти точки, общие точки соприкосновения и обсуждать эти вопросы и добиться прогресса по украинскому вопросу, чтобы в дальнейшем прийти к снятию санкций. Я, в общем, сейчас не могу сказать, что нет совсем диалога, но у нас нет нужной площадки. У нас есть много соглашений с другими странами, но отношения между Европой и с Россией — это всегда особая вещь. У нас есть торговля, но в других условиях... Мы пока не смогли создать. Господин Шувалов, а кто же сделает первый шаг? К тому, что я сказал. Мы отношения с Европейским Союзом не сворачивали. Мы считаем, что есть юридическая рамка для диалога. Эта рамка в том числе нас организовывала, по крайней мере, дважды в течение одного года для того, чтобы встречались министры российского правительства и комиссары Евросоюза. А также проходили встречи на высшем уровне. Эта рамка юридическая есть, ее никто не отменял, и она не юридическое значение не потеряла. Действительно, мы с Европейским Союзом обсуждали новый договор о партнерстве. Он теперь, мы его не обсуждаем и не развиваем, но старая рамка никуда не исчезла, и здесь, в любом случае, через юридические механизмы невозможно заставить общаться. Для этого должен возникнуть интерес со стороны Европейского Союза. Если Европейский Союз будет все время ждать, когда же будут выполнены Минские договоренности в той части, в которой Россия не влияет на Минские договоренности, но это странно, потому что Минские договоренности, в том числе, и есть ответственность Украины. Я не хочу, это политическая повестка, это не мой вопрос, но здесь не так все просто. Если нас спрашивают, почему не выполняются Минские договоренности, надо спросить со всех участников Минских договоренностей, почему они не выполняются. Это значительно сложнее картина, чем представляется масс-медиа.
У этой ситуации есть несколько ответственных лиц. Но мы готовы взаимодействовать или по двусторонней линии с государствами, входящими в Европейский Союз, и по линии правительства Еврокомиссии. У нас для этого все есть, и люди знакомы, и все остальное. Надо прекратить друг друга пугать. И все равно никто не добьется ничего через механизм санкций. Мы как проводили свою суверенную политику, так и проводить будем. И невозможно нас заставить действовать каким-то образом через санкции. Просто когда это все поймут, тогда будет легче значительно, будет легче всем. Okay, we're going to in just a minute take some questions from the audience before I do. I've just через минуту мы примем вопросы из аудитории. И сейчас последний вопрос Кириллу Дмитриеву. And briefly now, but what are your goals in Europe? Какие ваши цели в Европе? To bring in capital from Europe into Russia. Мы хотели бы привести европейские капиталы в Россию, потому что есть много немецких компаний, например, которые заинтересованы в том, чтобы делать инвестиции в Россию. Мы также хотим инвестировать с нашими партнерами вместе, с международными партнерами. И мы хотели бы, наша цель — строить партнерство и с крупнейшими инвестиционными банками Европы. Итак, спасибо вам большое за то, что вы были с нами. Receiving and hearing more about what's being said in this. Я приглашаю вас зайти на наш сайт. So we've got a few hands raised. Has anybody got any questions? Итак, сейчас мы будем принимать вопросы из тех, кто находится в нашей комнате. Ну а мы заканчиваем наше прямое включение из швейцарского Давоса, где сегодня проходит Всемирный экономический форум. И could you imagine, envision a world? A year from now, based on what I'm hearing today, where the Ukraine